Сегодня ночью областной центр накрыл сильный циклон. На дороге города вышло 60 единиц спецтехники. Сами работники дорожных служб снегопаду только рады. Выпал первый снег, очень рады. Появилось много работы. И приятно работать, когда видишь после себя чистые улицы. К утру пятницы для предотвращения гололеда на дороге города было высыпано 400 тонн песко-соляной смеси и 63 кубометра жидкого реагента. Около тонны твердого реагента применили для ликвидации гололеда на Майской горе. Для очистки дворов сегодня работают больше 800 дворников и 46 тракторов. Работа активизируется ближе к обеду, после того, как дворы освободятся от припаркованных автомашин. Тем временем, по информации синоптиков, снежный фронт не отступит. Днем ожидается небольшой снег, а местами метель. Дорожные службы продолжат работать в штатном режиме.